Думал ли ты, что мы окажемся в таком положении, что мы даже не будем знать, спасаем ли мы наш мир или обрекаем его навсегда? Подняться на поверхность, нам придется пробраться через брошенный блокпост, Артём. Тихо! Там что-то есть в соседней комнате. Открывай гермоворота, я прикрою. Ржавая дрянь. Вечно все ломается. Придется открывать вручную. Артём, пошебуши по ящикам, вдруг найдешь что полезное. Готов, Артём? За мной. Ну все, давай наверх. Так-так, похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом на поверхность. Без него ты долго не протянешь. Мы почти на месте. Это концертный зал. Отсюда до башни 2 шага. Заряжай оружие. А вот и стражи. Пожалуйста. Давай-ка наляжем. Тянем, потянем. Тянем вместе. Готов? Двинули. Вот она, наша цель. Наконец-то. Медик на связи. Ульман, как слышите? Прием. Слышу вас отлично, прием. Мы у башни. Повторяю, мы у башни. Группа выдвинулась. Прием. Так точно, они на связи. Говорят, что приближаются к башне. Принято. Следующий сеанс связи, когда поднимемся на... Товарищ полковник. Что это за шум? Слышите? Какого черта?